когда именно молодежь не будет стремиться уезжать, потому что многие мои друзья моего возраста, мне 28, они все ли в Петербурге или в Москве? Ну, наверное, о размере детских пособий, так как я с маленьким ребенком гуляю, да? Вот, наверное, этот вопрос я бы задала. Когда будет его уровень пособия такой, чтобы было не стыдно об этом говорить? Я больше не вопрос, а требования о изменении колониальной конституции Российской Федерации. А что это значит, если развернуто ответить? Это значит, что приоритет права предоставляется международным организациям, таким как ООН и их подразделение, допустим, Международный валютный фонд. Это в первую очередь, а вторую же непосредственно право государственное. Вот у вас есть какой-то вопрос, который бы вы хотели задать Путину? Не буду. Не будете? Не буду. А какой-то приличный? Конечно, приличный вопрос. Да? Для него нет, для меня да. А, хорошо. И для миллионов россиян приличный. Когда он недра национализирует? Владимир Владимирович, когда вы наши недра национализируете и прибыль от них будет распределяться всему населению? Прожиточный минимум реально очень маленький. Очень маленький? Ну, конечно, если даже брать, сколько, 9900, по-моему, по Алтайскому краю прожиточный минимум. Это, если вычесть коммуналку, еще какие-то расходы, даже транспортные доработы, все уже, то есть на еду не остается. Ну, это такой, знаете ли, риторический вопрос. Угу. Когда его будут на местах слушать? Все. Здесь нам никто не поможет. Это обязательно Путин должен пальцем указать, где нужно делать. А так не шевелится. Плохо.